Всем привет, дорогие подписчики и зрители наших каналов, с вами снова Валда и Игорель, и мы продолжаем выживание в Майнкрафт Техник, мать его, Хелл. Да, всем привет, дорогие друзья. Ты там где, бро, ты идешь ко мне? Скажи, пожалуйста. Да, двигайся. Пока еще. Я сделал тебе, короче, тут зал, небольшой пока, но со временем расширим вместе, потому что мне влома дам это делать, это скучно. Окей? Да. У меня к тому же лопаты нет. Лопат там столько сделал, надо их проверить заодно. Ну я могу парочку взять потом, с удовольствием. Да, они из костяных. Костяные, короче, блин. Из костей скелета? Да. Офигеть. Что-то так не придумают в Майнкрафте, а? Это точно. Лопаты с костей скелета, же вообще это просто бред какой-то. Ну а и слизи. Круче. Короче, прыгай в лифт, увидишь, там я сделал проход, и там тебе отдельная комната под твои эксперименты. Можешь тут взрывать, что хочешь делать. Да мне не надо прыгать. А алмазы уничтожать. Я здесь. Алмазы можно уничтожать? Да, пачками. Здорово. Привет, вот есть такая комната? Да, 28, да, 14. Ага. Да. Могу еще сделать, хочешь? Много-много, в принципе. Да не, пока не надо. Ну я немного, я так немножко сделаю. Штучек. Вот что здесь светло было. Штучек 12. Лаборатория. На тебе еще полстака. Чуть поменьше, или еще побольше. Короче, бери. Взял. Спасибо. Ну все, что, нормально, пока хватит места для переночередного. Здесь, вот если здесь копнем, то сразу выйдем на улицу, так что здесь копать нет, нельзя. Да, копаем вправо туда. Давай вместе копнем немножечко. Места маловато. Мне надо определиться, с какой стороны начинать. А высота нормально или выше надо делать? Да нет, ну, если что, на один блок. Ну да, копаем не вверх на один блок, а вниз на один блок, окей? Окей. Если факела ставь лучше на пол, потому что раз ты копаешь стены, что смысл-то их ставить на стены? Так, чуть вообще не зависло все. Это плохо. У меня, кстати, лопат тоже нет, надо подниматься за ней. Возьми тропарочку и кирку заодно, потому что мне кирка сейчас сломается уже. Да, блин, кирку я считаю тебе, да. Хорошо. Я ниже плоп делаю и начинаю здесь уже мутить что-нибудь. Так лопат ты не берешь, что ли? Пока нет. С лопаты пошел. Еще не пошел. А, у меня есть лопата. Ну, в инвентаре. Читер. Я не знал об этом. Своё оправдание могу сказать, что я не знал, что у меня есть лопата. Эй, что я падаю? Какого лешего? Это все силы гравитации. Да что ты? Да. Норм. Слушай, братуха, надо в Starbound как-нибудь запилить, мне кажется. Не знаю, пока не готов. Это не спойлер. Это не анонс нового прохождения. Не ждите, нет. Это просто вопрос для Игорель. Я просто посмотрел, мне что-то так вперло. Веселая штука. Starbound прикольная игра, но, блин, я пока не готов. Давай кирку. Кирки нет. Спасибо. Да, в принципе, вот это вот докопаю сейчас. И думаю, хватит пока места. Я вот у левой стенки, которую могут сломать, буду делать. Все. Пока что. Чтобы взорвать ее ко всем чертям, да? Да, чтобы все сломалось, и потом кричать плохими словами. Окей. Здесь потом, может быть, лампы сделать или что-то типа того. Ну, потом мы тут обустроим, конечно, лесенку сделаем, все круто, двери там, не знаю, вообще, там, поставим криперы на охрану. Пока все так, временно же. Ладно, Пётр, я пошел дальше что-нибудь делать интересное. Ага. А ты что, поставишь туда дробитель? Здесь, да, дробитель пролезает. Отлично, потому что дробитель в первую очередь нужен, потому что мне много угля, мне нужно дробить. Если ты хочешь броньку крутую и крутой меч, то нужно дробить уголь. Ну, будет. Дробитель. В этой серии? Дробитель. Да, но он у меня в руках лежит. Просто надо помпу сделать нормально. Из билдкрафта. Хорошо. Я пока подобываю что-нибудь просто левое какое-нибудь дерьмо. Типа там железо, тиныгнутое и так далее. Так, стоп, я вообще не знаю, что. Я хотел сделать тут лифт еще, помнишь, еще один вниз в пещеру, но смысл этого лифта, когда у нас уже портал есть. Сразу в пещеру. Да, я тоже так думаю. Пока не нужен.
Уже никакого смысла просто тут совершенно нету. Но как бы то ни было, тут так нормально, в принципе, 10 уровень, погнали копаться. Поищем, посмотрим, что там будет. Помпа. Впереди по минимуме есть лава. Блин, черт, я не ожидал, конечно, подставы такой. Цистерна не нужен. Дерево тут нет, верстак нужен здесь. Из этого лифта плохо только одно. Что именно? Что приходится по улице подниматься обратно. Но можно, на самом деле, рядом с лифтом сделать лестницу наверх обратно, вертикальную, прям там. Я не знаю, тебе говорили, нет, написали, мне писали. Да, я тебе тоже писал. Человек сказал, что сначала тебе предложил ход делать. Что? Лифт наверх сделать не из вагонеточной. Нет, вагонеточной. Ну, в смысле, просто... Мне предлагали, по-моему, лодочный, хотя я уже не помню. На электрических рельсах, в общем-то, наверх, чтобы подниматься. Ну, хочешь, запери еще. Я нет, я... Ну, сколько дел еще? Ты же, да, прикинь, сколько нужно ресурсов на это потратить. Ай-яй-яй-яй-яй! Чуть был не сгорел заживо. Я бы сказал, что и так много еще чего надо сделать, поэтому пока что не вариант. Вот-вот. Я того же мнения. Так, эти палки. Освобожу немножко инвентарь. О, нифига, куда я вышел вообще. Что это за ад? Привидение. Не трогай меня, гадина. Я возьму дерево немного. Хорошо. Ну, 37. Офигеть, тут просто такой... Просто клондайк ресурсов, короче. Тут есть железо, которое сразу в лаве горит. Пару сундуков. Железо, которое сразу в лаве горит? Да. Прыгает? Там, ну, почти, да. Типа того. Я только что сам туда не прыгнул. Вслед за железом. Есть не, вода. Не прыгай за железом. Не прыгай. Предупреждаю тебя. Подожди-ка, я попробую сейчас запилить. А хотя... Нет, нет, я тебя прошу, не прыгай сейчас. Ладно, не буду, не буду. О, как красиво-то, а. Красотища-то какая, Сеня. Даже матом ругаться не хочется. Клево. Это очень хорошо. Матом вообще ругаться плохо. Да, да, согласен. Блин, зря сундук тебе поставил. Да, да, согласен. Давай. Что там было? Ах ты, крысятина. Опять ты здесь. Вторую ногу ей сломай. Вали его на бок, ломай ему... ногу. Вот. Да, согласен. Че я хотел? Так, помню. Что ты хотел? Нет, сначала верстак. Блин, верстак. Очень удобно на самом деле с каменными палками. Я теперь только их использую, вообще круто. Вот довольно жизнью, как питон. Да, это... Наконец-то к ним брюк, потому что в пещере можно сразу делать факела себе. Не надо тебе никакого дерева с собой. Взял каменных палок, наклепал. Жалко, нельзя каменные таким палки. Образом... Вообще, это просто имба, потому что... Жалко, нельзя таким образом делать эти самые инструменты на каменных палках. Булыжника очень много. Поэтому хорошо, что каменные палки. Ну да, я о том и говорю. Жалко, что нельзя инструменты только делать из этих каменных палок. Ну, вместо деревянок использовать типа каменную основу. Я понял. Было бы хорошо очень. Да, отлично было бы вообще. Так, помпа. Чутовая установка. Блин, мне надо ведро с водой сделать себе. Я не могу без воды ходить в пещеру, меня прям это пугает. Я раньше постоянно без ведра из пещеры вообще не свался. Сейчас что-то отвык уже и теперь так бегаю. А это чревато последствиями. Да, это зря на самом деле. Железо есть? С собой нет. Я в пещере. Чем? Сейчас чекну. Не, не чекну. Будь здоров. Спасибо, это, наверное, было громко, да? Наверное. Извините, друзья. Вылетело. Так. Я просто качаюсь, у меня же 27,5 уровней. 28. Качайся. Лыжник. Одна шестеренка нужна железная, надеюсь. На вот тебе твои кусты эти дурацкие, да? Кусты дурацкие. Угу. Конечно. Хорошо. Придется подниматься, железа не хватает.
Железо, железо. Корова стоит прямо на входе лицом, не ко мне, в общем. Ты хоть понял, про какие кусты я имею в виду, да? На которых растет луда. Да-да-да, я нашел один кустик. Да, нужны. Очень пригодятся. Железо есть. Так, ребят, нужно железо. О, железный слиток. Оп. Еще железо есть. Железо. Еще. Давай. Еще. Халявный кач на рудах. Слушай, я, кстати, еще, знаешь, что я понял? Что я, по-моему, ни разу еще не находил алмазы здесь просто так. Мы все время как-то их... На халяву получаем. Либо с огров, либо с этого самого. Во, по-моему, нашел, прикинь. И это не алмазы. Очень похоже на алмазы. Ну, откопай. Да, по-моему, это алмазы. Сейчас на начало обкопать их по кругу. Чтобы убедиться в том, что они в лаву не падут. Логично? Вполне. Вполне. Ты прям очень логично. А то как же. Вступаешь. Слушай, ну, короче, уже 4 нашел. Ну, знаешь, сколько алмазов всего, я тебе скажу? Всего ты не у нас... Скажешь, они раскиданы по разным сундукам, ты залобаешь, считай. Нет, я вот нашел. Один алмазный блок и 7 алмазов. Нет, там еще было. Еще было точно. Было 5 и 2. Нет, и 2. У меня еще есть там где-то в заначке 2, по-моему. Так вот эти 2 я нашел. А, хорошо. Так, может, ну все, короче, 4 алмаза нашел. Блин, прикольно. Только сказал главное, да, и тут же нашел. Офигеть. Угу. Вообще реально круто получилось. Надо дробить. 29 уровней. Последний уровень осталось набить. На алмазах, конечно, уровни хорошо бьются вообще. Только в путь. На алмазах. У тебя последний уровень остался? Да-да-да, у меня 29 уровней. Потом я пойду в шахту, потому что мне нужно тоже. Не вопрос. Пожалуйста. Просто ну-ка. За редстоун. Мне бы тут только не заблудиться, а то я позже, по-моему, потерялся немного. А, твои кусты же надо добывать, я забыл. Хорошо. Просто добывай, не будь мужиком. Так, что выкинуть-то? Крысиную тушу. А, не, не хочу добывать, мне дают опыт. Мне нужен опыт, опыт, опыт. Еще немного опыта. А мне ведро нужно. А мне бы только ведро. А остальное все есть. Да, кстати. Ладно, уходим отсюда. Тут нам больше делать нечего. Так, так, так. А что у нас такое здесь? Тут у нас ничего. Помпа. Помпа, помпа. Блин, ну я так не играю. Совсем немного осталось еще добыть. А, в чем дело? Уже ни в чем. Так. Мне было страшно. Отсюда я не смогу вылить еще ничего. Естественно, мне нужно ведро. Мы ведро нигде не потеряли. Да был несколько ведер, по-любому. Но... Ладно, если что, из олова можно делать ведра, я помню. И вроде как они не особо отличаются от обычных. Может быть. Надо сначала лучше одно сделать. Может быть. Вот, нашел одно ведро. По-любому есть еще, так что не нужны нам ведра. Да, вот нашел 3 ведра. Одно даже оставлю. Круто. Или не оставлю. Круто. В принципе, для бесконечного источника 2 вполне хватит. Где вода? Оп. Я уже думал, еще алмаза не показалось. А жаль. А жаль. Дождь идет. Надеюсь, что мобам пофигу на меня. Да, в основном еще ночь, что ли, на улице? Ну, и дождь непонятно. Блин, солнце братуха, снизу. Почти осталось просто буквально еще вот милиписечку, и все. У меня так будет. Возвращайся, убей свинью, например. Да я сейчас угля добуду, и будет 30 уровней. Все, 30 уровней, еее! Теперь вернуться. Вернуться живым. И невредимым. Вроде мне сюда. Что это такое? Золото? Я слышу сумасшедшего коня. Мне это не нравится. О, это не золото. Слушай, я нашел серу. Сера нужна? Селитра типа? Сера. Именно сера написано. Ну, короче, нужна. Ты сам знаешь, для чего она нужна, да? Да я знаю, для чего она. Хорошо. Все, возвращайся, отлично. Я под лифтом. Поднимаюсь. Что-то у тебя с носом. Да болею я, хреново, мне надо чай попить. Горячего. Не того, который у тебя есть, да? Угу. Меня он уже давно остыл. Фу, какой там холодный, очень сладкий. Фу. Фу. Вообще, лучше бы не пил.
Нужен редстоун двигатель обычно сделать. Так, лады. Ну что, я в принципе вот около лифта. Две деревянные шестеренки, поршень, доски, стекло. Чё, где скелет? Где скелет? Валдай, ты рядом, да? Да. Не пугай меня так, короче. Вот что я хочу сказать тебе. Просто зомби с мечом. Редстоун движок, редстоун движок. Поршень. Поршень делается из слитка железа. Ну чё, круто. Не зря сходил. 30 уровней набил и 4 алмаза нашел. По-моему, вполне удачно. Домой вернулся. Дома свинья ходит. Домой живой, главное, вернулся. Вот что важно. Дома свинья ходит. Да ладно тебе. Ну пусть ходит собака. Это не такое плохое разочарование. Собаку надо покормить. Петя, на тебе мяса кусочек. Поршень, чё ещё там надо? Чё ещё там надо? Я уже забываю. Чепаду чаришь кирочку свою. Теплышко. Да, вот давай. Снова звонит телефон. Что за мать его? Опять, наверное, сейчас посмотрю по-быстрому. Извините, друзья. Ну, конечно, снова он. Тот самый все, человек. Все, забей это. Да все, все, нафиг пошел он, да. Не буду ничего делать. Зрители, наверное, сейчас такие, что это было вообще? Что за диалог у них происходит? Что происходит вообще, да? Так, ладно. Чарю, ну что, пожелай мне удачи, братуха. Бери самую маленькую вообще надпись. Написали, кстати, в комментах, что без разницы вообще. Да я тоже так думаю. Что там просто рандом идет? Да плевать, я возьму самую большую снова. Эффективность 4, шелковое касание 1. С другой стороны, зачем тебе шелковое касание? Да плевать. Но эффективность 4, эффективность это круто, 4, да? Это вообще нормальная тема. Просто будешь аж шпилить только в путь. Жалко, что прочность еще не дала. Вот это обидно. Я все-таки думаю, что кирка она должна быть на удачу. А так это все. Ну да, наверное, согласен с тобой. Пожалуй. Что делать с ураном? Обогащенный уран можно приводить его в компрессор. А что дает обогащенный уран? Урановый блок. Валда, ты не парься, я сразу скажу. Это ядерный генератор делается, но это все очень далеко для нас. Очень-очень далеко, поверь. Это самый пик Industrial Craft вообще. Окей. А у нас еще даже дробители Industrial Craft'овского нет. Окей. Уран нам нужен, потом пригодится, и этих урановых палочек нужно будет... Посадить твои кусты, нет? Засади куда-нибудь. Можно в упор посадить с теми рядом или нет? Да, конечно. А что они такие маленькие, они типа потом вырастают, типа, они да? Они вырастают, да. Понял. Сажай все подряд. Ну я три только нашел. Три посадил. Так, сейчас где-то здесь. Где же здесь было? Ты поставил дробитель там внизу, скажи, пожалуйста. Нет. Почему? А это близко к этому. Зачем? Давай, на тебя рассчитываю. Мне просто нужно, необходимо. Куда вода должна заливаться? В пульверизатор? Почему вода не заливается? Блин, ко мне просто хоть задницу ешь. Не врубаюсь. Потому что это из другого мода. А как сделать так, что... Блин, сначала схема правильная была. Эта помпа, она неправильная, она хуже. Ты все испортил, короче, снова? Это все неправильно сделано теперь. Нормально. Так. Окей. Так. Вообще не факт. Крыс. Ой, и лагает. Здорово. Ой, как лагает. Здорово. Лопата нужна. Пойду лопату костяную возьму. Ты хочешь, приостановим запись? Перезагрузишь там клиент? Да не знаю я, пока вроде терпимо. Хорошо. Так, вода должна быть вот здесь. Кто-то ломится. Слышь, не ломись сюда. А куда ломится-то, я не понимаю. Да где-то у меня здесь ломится. Сломал. Что сломал? Сломался, череп сломался. На, умри. Оставишь там дверь? Да, ты уж спустился. Куда одеваться? Поставлю. Как же это замутить-то? Все было правильно сделано. Короче, с той фигней. Неудобно, но правильно. Да. Да. Как вода в жидком состоянии сюда попадать не хочет. Она хочет попадать сюда
Да там же и была в жидком, не может быть, что за бред вообще? Горели Бадхерт. А такой тебе песок нужен, по-моему, был, да? Стекло там что-то такое, да? Да. Накопать по-быстрому? Ну да. Лопату проверь заодно. Сейчас все выключу. Что все выключишь? Игру выключу. Не надо, не выключай. Ну пожалуйста, не надо. Так, окей. Сюда должна приходить вода. Здесь должна быть 1100. Вода ему вообще нужна, по-моему, ему вода. Ему вода вообще не нужна. Я ее воду делал вообще для двигателей. Правильно или неправильно? Да, конечно. Че я тогда туплю? Скажи мне. Ну, тупой, потому что. Ты рушишь мои планы по завоеванию мира. Так, что это нижняя. Прямо сейчас. Нет, это задняя. Вот нижняя, желтая. Это тоже задняя. А красная вот это. Сбоку. Только не с того боку, а красная. Ах, что, бутырок. Вот сюда. Сюда. И. А хотя что я так. Что так неправильно там сделано? Пусть красная будет сюда еще. Да чтоб тебя подкинуло. Да чтоб тебя подкинуло дважды. Воу. Угу. Воу. Корова. Почему падает? Чего не берется? Это все место нет, что ли? Есть. Че ты врешь? Все. Куда я попал? Помню, это место мы и добывали. Апатиты. Все, Steam Engine я сюда ставить не буду. Наверное, это мой рай. Какой-нибудь еще Redstone. Двигатель там будет на нем. Лопатка нормально рубит, на самом деле, могу сказать. Вполне. По крайней мере, песок довольно быстро капает. Вообще моментально. Здорово. Какая именно костяная? Там была одна костяная. Покруче там костяная. Две костяные, одна железная, одна каменная. Да, костяная, но написано внизу еще Reinforced 1, вот она. Что это значит, кстати? У меня есть топор с Reinforced 3. Ну, типа он круче. Обсидиановый. Судя по всему. Ты забрал себе обсидиановый топор? Да. Ну все. Блин, я здесь сейчас не то сделал. Я сейчас приду тебя нахлестаю по заднице. Да брось ты. Ты тогда взял эндермеч, просто ты его потерял. Да еще теперь. Ну ладно, я пользуюсь слизневым мечом. Ну все, мы квиты. Да, топор мой. Нет, я тебе лучше слизневый меч там. Что за бред? Засунь его себе в ножны. Сам себе засунь его в ножницы. В ножницы. Все, заканчиваю. Не могу понять, что я делаю. Все, заканчиваю. Ох, опять этот большой здоровенный дядя. Образ. Типа тебе топор в больших количествах нужен. Я кто добывает дерево, весь слой. Только я и добываю. Сортировщик нам нужен, я уже говорил. В чем есть сортировщик и дереводобыча? Потому что он же будет дереводобытчиком, по-любому. Ну нифига ж ты себе. Так он сортировщик или добытчик? Дерево-сортировщик. Сортирует дерево по разным видам. Да. Такой, так, это у нас деревья дубовые. Их положим в этот сундук, да? Это ель. В тот сундук положим. Кстати, ель, а выросло мое дерево-то большое? Я же сажал, помнишь, росток? Ни хрена подобного, оно не растет. Че за бред? Кстати, темнеет. Так и не понял. Дело. Почему не работает двигатель? Что с тобой твою дивизию? Потому что ты ваш пэк. Не умеешь делать ничего. И так вода и делай тогда сам. Че ты? Я не могу. Я в пещеру пришел. Ух ты. Ну да. Ладно, а было просто подождать, наверное. Что подождать? Пару серий. Он сейчас заработает. Сейчас так медленно-медленно подожди, он так. Давай. Там подвале все сшиваешь, что, да? Сам ошибаешься. Здесь работает. О, работает он там, конечно, блин. Ну покажи, что там наработал. Не смотри. С чего это, друг? Не смотреть-то. С чего смотреть? Где дробить-то? Давай, куда сувать дробитель? Сюда? Пока ничего не сувать. Почему? Я дробить хочу. Что не работает. Так ты что-то неправильно сделать, по-другому схему выглядел раньше.
Потому что там был другой этот. В общем, нужен двигатель вот этот просто. Ладно, занимайся, короче. А, зависло все. Все, вот вода пошла в двигатель. Отвисла? Да, чё-то. Какие-то странные вещи происходят у тебя нынче, друже. Я почти 2 стака песка надыбал. Ну так, чисто. Скажу тебе. Кстати, ночь большая, лютая, страшная. Не хочешь пойти поспать по-быстрому? Здесь ничего не взорвется. Что, спать? Ну, ночь. Что? Ладно, шучу, конечно, пойдем. Все заработало, кинь, ничего не дробится. А, ладно, я железо кину. Он будет выпрыгивать здесь везде вообще. В смысле выпрыгивать? Надо сундуки поставить. Так нафиг тогда кидать, просто так переводить железо? Сейчас посмотрим. Так. Все работает, пойдем спать. Пошли. Ты где вообще? Я наверху в доме. Хуже? Хуже тебе будет, если ты не пойдешь. Оп, видишь, сундук залазил. Спать. Спокойной ночи. Ага. Видишь, опять маемся целый день с этой штукой. Доброе утро. Ты еще только зеваешь. Какое доброе утро, ты что? Чего тебе не нравится? Да что ты застеваешь-то? Я нет. Я, да. Так, хорошо. Я, пожалуй, сделаю сейчас, короче, полезную вещь. О! Ферос получился. Вот, иди, если хочешь, посмотри, чем это. Вообще дерьмо, подожди, ничего не хочу. Ну ладно, все. Я с тобой тоже не поеду никуда. Ну стой, тут что-то неправильно вышло. Сущность в виде гномика вышла. Даже не хочу об этом говорить. Не говори. И не надо. Да что б тебя подкинуло-то опять? Почему ты... Ладно, пульверизатор работает. Что дальше-то? Скажи просто мне, подойди просто к лифту. Можешь? Это опасно вообще. Подойди, ничего просто. Нет, подойди к лифту. Давай. Скажи просто, на какой высоте находится лифт? 75. Я стою вот на 75-й, походу. 75, точно. Да, ну тут написано 75. Привет. Привет. Это стоило того? Да, я сделал лестницу сейчас, конечно, стоило. 75 лестниц, типа, ты думаешь взять? Да нет, там уже 75, там меньше. Да забей, не парься. Не думай об этом. Думай о хорошем. А то мозг взорвется, да? Да, уже. В общем, что я хотел сказать? Я пошел покачаюсь. Давай, я тоже набился 30 уровней. Ты-то уже зачалил все, а я еще нифига не зачалил. Наконец-то буду бегать с алмазной киркой крутой. Так, что мне нужно теперь? Дерево. Много-много дерева, много-много палок. О, лагает. Давай слышь, прижимся. Слышь, было больше дуба. Какого черта, я не понял. Куда ты делал полстака дуба? Забрал он, блин. Че, прерываемся? Да, давай на секунду. Давай. Окей, продолжаем. Да, ну что ж. Я забыл уже, что я хотел сделать-то вообще за тебя. Я опять не могу войти в портал, че за... Я не знаю, как тебя назвать после этого. Просто даже не знаю. Я в тебя еще начну пушкой стрелять. Попробуй. А, я хотел сделать дофига дуба, вот точно вспомнил. Палки, лестницы, да, да-да-да. Если я не смогу выйти, тебе конец. Расскажи это моему деду. Дед, тебе конец. Не угрожай моему деду, ты обалдел? Ты сам сказал, что так можно. Нет. Это по правилам. Это наглая ложь. Пойду на пауках качаться, там хотя бы паутина есть. Давай. I wish you good luck, my friend. Все, я сделал просто кучу лестниц, не знаю, нафиг так много, но пускай будет. Запасные еще останутся. Так, пауки 300 метра. 32 метра? Сейчас до них докопаю. Большие, да. Пауки, я бы не ходил к таким опасным. Да не, они не настолько большие. Хотя опасны, согласен. Блин, кирка сейчас сломается. Тихо. Столько слизней я слышу. Слышу столько слизней. Я слышу слизней. Ах ты ёшкин кот. Где я упал? Где ты упал?
Под ноги смотреть надо. Как же под ноги смотреть, здесь слизни везде. Под ноги ты не смотришь. Вот тут ад какой-то, не хочу. Да ладно, давай. Ад решает вопросы. Где выйти отсюда? Где? Ах ты ж твою дивизию! Ну тихо, ну не кричи так громко, пугаешь же. Да крипер взорвался перед лицом. Блок ставь. Блок ставь. Мечом, в смысле, блок. Где пауки? Я так пауков-то не нашел. Блоки нашли. Все, я сделал нам подъем и спуск. Чтобы ты больше не ворчал, что у нас нет тут ничего. Выглядит, конечно, это просто как дыра какая-то. Ты просто будешь... Ох, себе боржусь, ты будешь просыпаться в лифте. Который я сделал другой, ну, ступенчатый. Ну, ты понял, короче, меня, надеюсь. Надеюсь. Ночь там или день? День. Лютый день такой вообще, лютейший. Так, лестница куча. Нет, земля сюда не должна быть. Эти пауки. Рай-рай, ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Чё, где прийти, что ли? Даже не знаю. Вообще, ну, пора заканчивать. Мне нужно дойти до пауков. Иначе я не я. Ты не ты, всё, да. Пора заканчивать. Так тоже нельзя. Ах ты, что ж? Зомби пришел. Зомби, кстати, реально что-то много в пещерах, вообще был делаю. На ровном месте просто. Кирки больше нету. Кирка закончилась. Ну нет, ну что? Придется делать верстак прям. Прям там. Ну-ка иди сюда. Вот я вижу, как ты идешь. Иди, иди давай ко мне. Подожди, тут зомби пришел ко мне, броньки. Да что у вас тут много там всяких разных людей, животных, насекомых. Умри. Где ты? Блин, факел, чё-то в шинник вообще. И... Ты увидишь меня? Да не пойду к тебе. Ну, как хочешь. Вот же пауки, что-то не можешь найти-то их. Где? Вот я ищу. Я поднимаюсь снизу. Ладно, не знаю, где они. О, нифига такая тема. Видал? Видал? Вот поднялся к спаунеру. Получил? Да. Ой, нашел этого. Вонючего. Алмазного огра. У меня факела кончились, бро. Оп. Can you help me? У меня есть факела. Просто там алмазный огр, надо завалить его, понимаешь? Где вообще? Себе тебя видел еще? Внизу остался? Нет, наверху. Да я не знаю, в задницу какую-то я. Ладно, сейчас факела сам сделаю, все. Делай из камней. Да у меня палки есть такие тоже. Нам пора заканчивать серию, мы сейчас разыграемся с тобой еще 25 серий. Нет, я хочу докачаться. Офигеть, там такой трешак вообще. Куда же я пришел? Йод перный кротовод. Ты вообще посмотри на это только. Это просто хард пати дед. Нет, все, 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 я пошел, ладно. В топку. Алмазный огород его не стоит. Поверь мне. Блин, я тебе не верю. Зайди сюда сам, посмотри. Не я тебя провожу, давай. Я пошел уголь копать. Пошли заканчивать. Мне надо добыть уголь, понимаешь? Зачем? Чтобы прокачаться до 30-го левела. Забей. Сколько у тебя уровней? 22. Пфф, тем более забей. Ты очень быстро это сделал, не ври. Да, найди мне апатит тогда. В следующей серии давай. Ни в коем случае. Да. Я уже здесь, все. Я уже ищу апатита. Хожу тут ищу апатита. Спавнится, чувак. Я знаю. Ну не на ПР, близко. Вот следите, например, крипер. Крипер могу убить. Вот, крипер убил слизня, мне опыта не дали. Чуть-чуть дали, чуть-чуть. Офигеть, там такой пати-хард. 23-й левел. Там такой пати-хард, это просто... Превращаются чуваки. Валим домой. Согласен.
Крыса пришла. Подожди, это опасная ситуация. Все, чувак, надо реально валить домой. Я вообще, нет, все. Я не хочу умирать. Хорошо, я иду. У меня с собой алмазная кирка, зачарена, не хочу погибать тут. Стой, стой, меня жди. Я не пришел еще. Все, давай домой и заканчиваем серию. Хорошо. О, они же превращаются. Черт, их тут много. Где дом? Где дом? В другой стороне дом. Твою дивизию, где он? Где-то ниже. О, алмаз. Давай убьем его, убьем, убьем. Отойди, стрелами закидай его. Блин, он мне так хочется. Что ты сделал теперь, вода? Какого черта? Я не ломал, это он сломал. Что бы его подкинуло? Я убил его, алмазы выпили, 2 штуки. Черт, слизень большой, алмаз надо забрать. А, твою дивизию, что тут происходит, что за ад? Отходи, отходи. Это же волк, медведь, медвепес. Назад, назад, быстрее. Так я алмаз, по-моему, не взял, не знаю, посмотреть надо, проверить. Не взял, не взял, вон они лежат. Твою дивизию. Все, медведь пса завалил. Алмазы заберешь? Заберу. Все, валим домой, давай, нам вниз. Давай, идем отсюда. Где в дом? Где-то там, внизу, вот сюда. Где-то здесь, не помню где точно. Да, вот, вниз. Вот, все, нашел. Еще кто-то, алмазный тролль еще один, не? Давай найдем. Алмазы лишь меня не бывают. Хотя, конечно, поплатимся мы за это, чувствую. Да ну его в задницу, пошли все, мне нафиг, он где-то далеко. Да, пойдем, пойдем, ладно. Он еще очень далеко. Да свалить отсюда. Итак, алмаз нашли, неплохо, все, здорово. Давай. Вот сюда сразу положи, хоть сундучок. Это мой личный сундук, короче. Ой, нормально, смотри, штанишки выпали. Так что ты, алмазы свой личный сундук складываешь? Да, это пока временно, что ты запарил. Конечно, потом скажешь, все так и было. Все, го серию заканчивать. Давай, и спать сначала, спать ли? Ну что ж, друзья, спасибо большое за то, что смотрели наши приключения в Майнкрафте в очередной раз. С вами были Валда и Горелли. Не забывайте про большие пальцы вверх, комментарии и, конечно же, плюсуйте нам, лайки ставьте. Да. Ну и все. Подписывайтесь. И всем пока. Пока-пока.